Выше нормы. В Барнауле и Бийске объявлено штормовое предупреждение из-за сильного загрязнения воздуха. Уровень вредных веществ там увеличился в несколько раз. Произошло это из-за морозов, которые пришли в регионы. Именно из-за похолодания в воздухе накопились диоксид азота и оксид углерода. В результате уже сегодня утром жители краевой столицы могли увидеть, как город, особенно центральный район, накрыл сильнейший смог. Те районы города, которые отличаются пониженной формой рельефа местности, находятся в котловине. Это в первую очередь центральный район города. Здесь уже утром визуально отмечался смог. Концентрации оксида углерода достигли 2-2,5 ПДК. Концентрации диоксида азота превысили максимально ПДК в 1,5 раза. Уровень загрязнения оценивается как повышенный. Шторм-прогноз продлится до понедельника, 10 декабря. Специалисты Краевого гидрометцентра настоятельно рекомендуют предприятиям и автотранспорту в этот период сократить выброс в атмосферу вредных веществ, а жителям меньше времени проводить на улице.